Ребята, всем привет, всем здравствуйте. У нас сегодня тортик из кукурузных палочек. Вот такой вот он мне симпатичный сегодня получился. Буду благодарна за лайк и подписочку. Приятного вам просмотра. Сливочное масло, кусочек, 80 грамм. Я отправляю в микроволновку, и нам надо его растопить. Сгущенку у меня комнатной температуры. А растапливать я буду в микроволновке. Если у вас нет микроволновки, можете на плите. Точное количество всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Ну что, отправляемся в микроволновку. Растопили сливочное масло. Так, отправляем к маслу сгущенку. Так, все перемешиваем до однородной консистенции. Берем миску, в которой мы будем перемешивать наши кукурузные палочки и сгущенку. Так, туда отправляем кукурузные палочки. Хотите, можете разрезать их пополам или поломать. Но я этого делать не буду, я буду мешать прямо вот так. Чуть-чуть только вот некоторые поломаю. Можно было, конечно, взять мисочку побольше, чтобы вам было бы удобнее мешать, но у меня нету больше. Постараюсь размешать как-то в этой. Так, дальше отправляем весь наш замес гущеночный. Так. И перемешиваем. Стараемся перемешать все наши палочки. Можно это даже сделать руками. Так, все перемешиваем. Перемешали все. Теперь это все отставляем. Берем другую чистую тарелочку. Берем пленку либо пакет. Ой. Застилаем нашу тарелочку вот этим вот кульком. Если у вас такого нету, возьмите обычный кулек. И перекладываем наш будущий тортик в нашу тарелочку. Так. Пока что выглядит не очень симпатично. Но я уверяю вас, это будет очень вкусно. Так, все разравниваем хорошенечко. Утрамбовываем. Стараемся утрамбовать. Как следует. Есть. Так, утрамбовали. Теперь накрываем тортик оставшиеся вот этими вот кончиками нашей пленки либо кульком со всех сторон. Прижимаем. Вот, как следует утрамбовываем. Теперь наш будущий тортик отправляем в холодильник. Пусть застывает хотя бы на час. Какой красивый будущий тортик. Ребята, у меня наступил следующий день. У меня тортик провел в холодильнике всю ночь. Итак, берем тарелочку другую совершенно, на которой мы будем украшать наш тортик.
Извлекаем тортик из нашей тарелочки, в которой он настаивался всю ночь. Смотрим. Вот такая вот прелесть. Смотрите, вот такой вот он у нас получился. Теперь надо убрать всю вот эту вот пленочку, кулек. Так. Извлекаем его. Теперь аккуратненько на тарелочку. Пок. Вот так. Класс. Теперь украшаем как хотим. Можем ягодами. Можем вообще не украшать, но я хочу потереть немножечко шоколада на терке. Так, ребят, потерли мы с вами шоколадку. Давайте же мы с вами разрежем и посмотрим, на что похож наш тортик. Режется довольно-таки твердо, но так должно и быть. Так. Так, разрезали. Посмотрите, вот такой вот у меня в разрезе. Очень легкий, невесомый. Давайте же попробуем. Ребята, очень сладко. К чаю балдеж. Очень вкусненький сладенький тортик. Понравится и вам, и вашим домочадцам. Вот такой вот у меня сегодня он красивенький. Спасибо, что в этом ролике были со мной. Спасибо за лайк и подписочку. Вкусных вам тортиков. Всем пока. Пух!